С понедельника в Москве отменяется режим нерабочих дней, однако ограничительные меры будут продлены. Соответствующий указ подписал сегодня мэр Сергей Собянин. До 29 июня закрыты детские площадки, игровые комнаты и фудкорты. Запрещена работа ночных заведений. И с этого дня вступает в силу ограничение числа посетителей зрелищных мероприятий. Обо всем по порядку, Тимур Абдулаев. Ситуация драматическая. С таким скачком заболеваемости Москва еще не сталкивалась за весь период пандемии. Прогноз на сегодня, по словам Сергея Собянина, еще 9 тысяч заболевших. То есть суточный прирост почти на треть. И, скорее всего, заявляет мэр, причина – новые штаммы коронавируса. Об этом он говорил во время встречи с московскими рестораторами. А сегодня в своем блоге Собянин делится мыслями, как остановить пандемию. Сейчас начать ревакцинацию жизненно необходимо. Поэтому будем работать с правительством, чтобы они оперативно приняли решение по срокам и технологии. В принципе, все и так понятно. Ревакцинация будет проходить первым компонентом вакцины. Если был спутник, то первым компонентом спутника. Других вариантов пока не существует. В Москве количество коек в стационарах в ближайшие дни придется увеличить с 17 до 20 тысяч. В клиниках спешно открывают дополнительные отделения для заболевших. Павильоны «Здоровая Москва», где прежде можно было пройти комплексное обследование, сегодня заняты только вакцинацией. Ситуация настолько угрожающая, говорит Сергей Собянин, что не исключено придется вводить новые жесткие ограничения. Но они не должны мешать бизнесу. В любом случае нужны компромиссы. И, кажется, в беседе с рестораторами такое Соломон решение о работе общепита удалось найти. Давайте в порядке эксперимента возьмем несколько предприятий. Не надо много, хотя бы десяток-полтора. Объявим эти рестораны бесковидными территориями, для посещения которых нужен QR-код, подтверждающий вакцинацию, который люди будут скачивать с сайта госуслуг. За неделю настроим информационную систему контроля, отработаем технологию, поймем, как она работает. А вот детские площадки в парках придется оставить закрытыми еще дней на 10, как и танцполы, и фан-зоны для болельщиков, приостановить массовые зрелищные мероприятия. Обстановка в мегаполисе и так стремительно ухудшается. И хотя столица среди всех субъектов имеет, наверное, самые внушительные мощности в сфере здравоохранения и опыт в борьбе с ковидом, даже ее ресурсов может не хватить. То, что мы наращивали коечный фонд, 5 дней тому назад у нас было около 13 тысяч, мы его нарастили. Вот за несколько дней мы все съели. В ноль съели. Мы за этот период нарастили еще 3 тысячи. Практически дополнительно съедается каждый день по 200-300 коек. То есть за 2 дня съедается такая больница, мощность такой больницы, как коммунарка. Еще один важный вопрос – вакцинация трудовых мигрантов. Москва, по словам Сергея Собянина, планирует прививать их спутником Light. Его производство уже идет, а вакцинация может начаться в июле или даже раньше. Тимур Абдулаев, ТВ-центр.